все больше криптовалют в повседневной жизни. Теперь автолюбители могут приобрести роскошные автомобили за биткоины. Последний пример произошел в Калифорнии, США. Как сообщает британская Daily Mail, автомобильная галерея в Калифорнии принимает биткоин в качестве платежа от покупателей, которые бы хотели приобрести Lamborghini. Галерея объявила, что платежи будут приниматься через BitPay. Тем не менее, этот значительный шаг не означает, что Lamborghini как компания принимает биткоин, поскольку это касается только представителя. Недавно аналогичная ситуация произошла с Tesla. Один из известных сайтов электронной торговли Чехии объявил о продаже автомобилей Tesla за биткоины.